Моя первая встреча с домовым была 4 года. Мне было 4 года. Это было давно, много лет назад. Я шла с мамой по коридору, и между двух комнат пробежало что-то серое. Серое, лохматое существо. Забежала под кровать в другой комнате. На кровати просто не висела. И когда он забежал под кровать, это существо домовой, просто от ветра поднялась. Я маму спрашиваю, ты это видела? Она стояла рядом со мной, видела. Говорит, да, я это видела. Кошка сидела на кухне, поэтому это не могла быть кошка. Просто шорохи иногда замечали, когда у нас не было котов, кошек. Серые тени замечали. То есть у нас исчезают вещи, бывает. Вот, примерно неделю назад лежала петрушка на столе, и моя мама увидела, как какая-то серая тень подошла к петрушке и столкнула ее на пол. Вот что такое домовой.